Всем чёрт тебе добро, с вами Шибицкий, и мы играем в игру, о боже мой, под названием «Пока останется спит». Сразу хочу сказать, что видео снимается для канала «Игры ВКонтакте». Погнали! О боже мой, зачем я в это играю? О, блин! Здравствуйте, меня зовут Алена. Я девушка, я городская, я образованная. Живу с батюшкой и матушкой в городе Устюжине. О боже мой. Живет наша семья небогато. И чтобы поправить наше положение, а заодно устроить мою жизнь, задумали родители любимые выдать меня замуж за богатого купца Колеванова. А я Степана люблю. И он меня. Он должен прийти с минуты на минутку. А вот и этот... Ну, господи, как же он пафосно выглядит. Господи, пристрелите меня. Здравствуй, Алёнышка, любимая. А почему грустная такая? Новость у меня плохая. Родители меня насильно замуж выдают ради денег. Ты же знаешь наше положение. Дом в залоге. Я очень люблю тебя, но что же мне делать? О, боже мой, эти тупые диалоги. Ах, замуж, что ты говоришь такое? Надо увести тебя отсюда срочно сейчас. Как знал, снял станется домик, хотя мы нас поменяют. Немедленно собирай вещи и в путь. Ах, я не хочу в это играть, но придется, я ж уже начал. Ну давай уже, блин! Загрузка 87%! Для более удобного поиска разверните игру на весь экран. Нетушки, блин! Ладно, придется еще раз придется, хотя, если честно, я не вижу смысла открывать в полный экран, потому что, в принципе, само разрешение игры будет то же самое. Просто там появятся вот эти вот штуки вот сейчас впереди, ну вот видите, сбоку. Вот. Поэтому это очень тупо. Мне нужно собрать все предметы, указанные в нижней панели. Надо найти все, я без них не смогу ехать. Начнем с сумочки. Ну вот сумка. Обязательно нужно зеркальце, не могу его найти. Давайте воспользуемся подсказкой. Он точно покажет, например. А вот давайте сейчас не будем нажимать на подсказку и найдем сами это зеркальце. И если мы ее найдем... И... Я, конечно, не уверен, но я, походу, его нашел. Так. Вот дура, у нее перед глазами стоит пианино. Ну, фортепиано, на котором лежит зеркальце. Ну, боже мой, ну почему люди такие слепые? Еще пара вещей, можно ехать. Помогите мне их найти, пожалуйста. Кликните по ним на экране. Кукла! Ты что, вообще издеваешься? Она берет куклу. Зачем? Коньки? А коньки и вообще не понимаю, зачем, если там сейчас идет весна? Где логика в этой игре? О боже мой! Отлично, нам еще дали два звезды. А ты кто тут? Звезды, а петушки. Молодец, прошел уровень хорошо. Получаешь 3 петушка. Это смешно звучит, но так и есть. Отличненько. У нас все получается. В моей комнатке осталось еще несколько очень нужных. Пожалуйста, а нафига мы вышли вообще? Алло! Почему сразу в первом уровне нельзя было их заставить искать? Алло! Издеваетесь? Туфля? И тут почему... И снова коньки взять? Стойте, стойте, я что-то не понимаю. Почему тут снова лежит кукла, и снова коньки лежат? И снова зеркальце есть. Вы что, издеваетесь? Снова надо брать коньки. Шляпку.
Ладно, ну, шляпку, ладно. Туфля. 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 Где? Вот она. Канделябр. Канделябр? Это канделябр? Зачем канделябр вообще с собой брать? Три петушка получили. Что ж, дорогие друзья, к сожалению, я должен прощаться. С вами был Шевит. Подписывайтесь на канал. Игры ВКонтакте. Всем пока.